faster, young bad girls, do it well. Live faster, young bad girls, do it well. Live faster, young bad girls, do it well. Live faster, young bad girls, do it well. Что только не делаешь ради просмотров и лайков. Знаешь, какая концентрация остальных яиц в одном месте. Пока все очень круто, но мы не дошли до точки еще. Смотри, какой справа. Это швальбы, американские мотороллеры. Полицейские проводят на месте инструктаж, раздают там всякую информацию, как себя вести, как управлять мотоциклом, наклеечки там всякие. Частенько бывает такое. Смотри, еще какой-то тренажер непонятный. А, это в повороты заходить, что ли? Это чтоб ты учился, наверное. Да, офигеть. Вот если я так наклоню к мотоцикл, я точно лизну асфальт. Какой? Он сгорел. Полицейский. Мотоцикл. Вон там где-то трасса, походу. Магазины даже с одеждой есть. Да, организация бомба, конечно. Как-то стрёмно закрасили все абсолютно. Потерялась? Да. Так сильно потерялась? Сильно-сильно потерялась. Нормально. Очень много байкеров. Я не знаю. Вот это вообще классно, блин. Найти пью. Очень здоровски. Кран классный вообще.
это роллер. Сколько у него лошадей? Двести 78 кубиков двигатель. Чума просто. В общем, кто хочет себе заряженную веспу, вот ребята делают. Роллер motorradbox.de. Делают, скорее всего, на заказ. Веспа от Нивеи. Да? Ты ее не удержишь в руках. Нет, ну я она не за рулем. А видела, она на подножке стояла и все равно двигалась. Я никогда не сяду. Я только пассажир. Пассажир? Да. Вот, Дукати. Офигеть. Ну это же у Амиран такой. Две лошади. Чума, на машинах некоторых поменьше. Неужели мы дошли до конца мотоциклов, а я женщину свою потерял. Где ее теперь искать? Нашлась же. Да. Где-то там трасса. Пошли искать. Вон, слышишь, они гоняют, вон они там. О, черт, мотоциклы не закончились. Там еще куча их, ё-моё. А как пройти? Может, надо было прямо идти? Ну, там трасса, а мы мотики смотрим. Пойдем еще пройдемся. Ну, погнали. Читеры обошли. Обошли толпу. Чисто по-русски. Вон чувак квадрокоптером управляет. А другой отливает. А другой шлангом управляет он там. О, там даже трибуны поставили. Обычно мы по этой дороге в Штутгарт ездим иногда. Объездная дорога, мимо автобана. А сейчас здесь прям соревнования. Wie immer erstmal Showlauf, ihr könnt es euch anschauen und dann geht's zur Sache. Ich bin gespannt, ob die Jungs gleich beim Showrun richtig Gas geben. Übrigens achtet auf die Laura, zu den Hochspringen und wenn die Fahne am Rumpel geht. Что только не делаешь ради просмотров и лайков. Все, слезай, у меня спина ложится. Не, нормально сидится. Ой, сейчас Паша закрепила камеру. Лобо спонсором. Но не этого видео, а этих соревнований.
лайк за диванчик. Смотри, у него зорко это. Так, можно было? Ну, видимо, да. Быстрый малый. Офигеть. Обнял дерево. Это, походу, летальный исход. Не знаю, мы уже 1000 байков, наверное, прошли. Комментировать тут нет смысла что-либо. Просто надо смотреть и облизываться, да? Тоже классно. Офигеть, сзади звездочка стоит такая. Написано, на баке написано: Министерство здравоохранения предупреждает, прикасаться к этому мотоциклу опасно для ваших зубов. Очень много мотиков, конечно, всевозможных. Катя себе в Инстаграм что-то записывает там все. Да я никак не могу записать. Вниз силой вместе с ногами. Стой. Наверх поднять. Точно дня три, чтобы все обойти, все разглядеть. Давай, тест-драйв на этот. Ну да, я сниму. И взяли какое-то итальянское блюдо. Это какой-то комочек из риса и фарша. И моцареллы. И моцареллы с сыром. Ну как оно на вкус, кстати? Нормально. Нормально. Ну нормально, вкусно. Тельки напоминают какие-то. С рисом. Я пошел по хардкору, взял себе какое-то кальцоне из фритюрницы. О, а что у тебя там появилось такое? Горошек? Ой, горошек. Сейчас попробуем. Рис, горошек, мясо. Нормально вообще. Не попробуем, сейчас очень горячее. Теперь попробуем найти свой мотоцикл. Да, возникла проблемка. Представляешь, какая концентрация остальных яиц в одном месте? Дошли до нашего мопедика. Это наш родулечка. Сузуки. В общем, там еще куча-куча всего. Начинается дождик, мы поехали домой. Завтра приедем еще разок. Всем привет. Сразу же решили снять для вас обзор подарков, которые мы получили от Сузуки на съезде мотоциклистов. После того, как прокрутили лотерейное колесо и стрелка указала дважды на главный приз. Эту сумку с подарками мы получили там же на месте. И эту посылочку мы получили буквально по прошествии 4 дней. Посмотрим, что внутри. Сначала, что было в сумке. Журнал от Suzuki.
Несколько листов с наклейками. Сама сумка, конечно же. Договор. Это копия договора, который мы заполняли там. Мы же выиграли годовое членство в клубе Suzuki. Серебряную карту. Термокружка от Suzuki. Катя выиграла тоже такую сумку. Всевозможные флаеры с информацией по поводу членства. Вот мы выиграли серебряную карту. Это членство длится 1 год. Бесплатно. Всякие магнитики, наклеечки. Вот такие вещи были в сумке. Сейчас посмотрим, что было в посылке, которая пришла. Вот тут на мое имя. Адрес я замазал, чтобы ко мне никто в гости не приезжал. Опять же, журнальчик. И, насколько я понял, эти журналы мы будем получать теперь каждый месяц бесплатно в течение этого года, когда у нас действует наше членство. Футболочка. Размер М. Да, размеры у нас спрашивали на фестивале. Вот, тут написано Suzuki Family на рукавах. Здесь девчачьи ногти красные. И, собственно, сзади это название Suzuki клуба Yaya Uma Club Riders Home. Ну, ничего интересного, приятно. Опять же, брелок Suzuki, силиконовый. Магнит в виде открывашки для пива. Rumstein ist was für Bäume. Написано, что стоять — это что-то для деревьев. То есть люди, которые не двигаются на мотоциклах, они, собственно говоря, бревна. Еще вот такая вот крыточка. Либо асфальт фрессен als Остен Шлюрфен. Это значит, что лучше жрать асфальт, чем сосать устриц. Примерно так. Интересно. А, ну это все знают. Это такая штучка, она клеится на заднюю крышку телефона, а этой частью можно протирать экран телефона от отпечатков пальцев. Все. И, собственно говоря, само письмо. Опять же, всевозможная информация. Кстати, это реклама приложения Suzuki клуба. Я его уже скачал, он достаточно интересный. Опять же, всевозможные флаеры с сертификатами на получение бесплатных жидкостей каких-либо. Кремов там или вот смазки цепи. Я так понимаю, крем для рук еще здесь. Возможно, сертификаты еще на получение каких-либо поблажек при покупке в туров. Вот, допустим, тур по Майорке. 7 дней стоит человека 1700 евро. Вы получаете мотоцикл в аренду и будет в эти 7 дней проводиться 3 тура по Майорке, которые будут длиться минимум 5 часов. Ну, я так понимаю, там отель тоже включен, и питание. 100 евро скидка при покупке тура с карточкой. И вот сама карточка серебряная на мое имя. Все, всем спасибо, пока-пока.